Помните, как-то раз Винни-Пух пропел голосом великого актера Евгения Леонова: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Это номинально, как мне вот объясняли в клубе. На самом деле, конечно, функции главного тренера исполняет Филипп Соколинский. Может быть, не так успешно получается, но так или иначе. Тюрин налево. Подача, прострельная передача, точнее, в штрафную. Там принимают мяч игроки Родины. Игроки Тюмени. Удар поворотом и гол! Поздравление принимает Никита Балахонцев. Ну и нужно сказать, что здесь он разобрался толково. Посмотрите, как принял мяч, остановился, посмотрел. И после этого зрячие аккуратненько в дальний от ворот угол. Пока москвичи раскачивались, тюменцы, в общем, провели одну единственную осмысленную атаку. Кстати, сейчас они продолжают заниматься тем же самым. Снова передача вперед и снова попытка удара. И мяч влетает в сетку ворот. Два забитых мяча. Посмотрите, как на замахе красиво. Удар, рикошет, но везет тому, кто везет. Илья Прохоров делает счет. Длинные передачи вперед. И вот снова на ударной позиции оказывается Прохоров. Играет против родной команды. И пока не слишком успешно, потому что тюменцы снова в штрафной площади с мячом. Снова удар поворотом и мега-сейв Максима Швагирева. Шлепнул по мячу Голубов, отправил его вперед. Тут, кстати, зацепился за мяч Газиев, обыгрывает, падает и... Судя по реакции игроков Тюмени, 11-метровый штрафной удар. Против Газиева. Разбег, удар! 1-2! Азиз Газиев его реализовал, несмотря на все попытки вратаря Тюмени. И не позволяло играть сопернику. Очень высокий прессинг, очень качественный, опаснейший момент. Удар поворотом и гол! Илья Прохоров оформляет дубль в сегодняшнем матче. Мы знаем, что центр поля очень молодой в составе этой команды. Илья Прохоров показывает Азизу Газиеву на самом деле. Точнее, наоборот. Один тюр, один, звучит подсказка. Догони, он догоняет, обыгрывает защитника. Делает передачу штрафную, удар поворотом. Замечательная, блистательная игра. Только посмотрите, какая самоотверженная игра, какая преданность сделала, как он догнал этот мяч. Какую передачу выполнил, наполняет атмосферу. Стандарт. Удар поворотом, какой восхитительный! И это гол, и это Вадим Милютин, центральный защитник. Сработала, если не ошибаюсь, ложная стенка. Ее оттолкнул игрок Родины, но сыграл. Этим пытались воспользоваться игроки Родины, не тут-то было, не получилось. Снова подача, снова выигрывает борьбу тюменцы. Удар поворотом! Ну и молодцы москвичи. Продолжают попытки забить хотя бы один. И за это уже респект и уважение. И вот он момент, удар поворотом и гол! Вот оно, это Хорин забил гвоздь. Вы знаете, вот в эту входную дверь этого матча, которую после этого сразу же и закрывает турецкий арбитр. Но у нас матч подошел к концу. Родина М, Тюмень, 2-5, разгромная победа.